В зале Дома правительства Подмосковья собрались те, кто посвятил свою жизнь защите Родины и спасению жизни людей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих, полицейских и спасателей с их профессиональным праздником – Днем защитника Отечества. Это всегда очень ответственный и особый день. По традиции мы собираемся и отмечаем самых лучших, заслуженных наших героев. Я прежде всего хотел бы поблагодарить всех, кто связал свою жизнь со службой, со служением нашей Родины. В Подмосковье этот праздник близок и дорог очень многим. Среди тех, кого поблагодарили за работу и наградили орденом за доблесть и мужество, есть сотрудник химспаса Антон Долгопятов. Во время тушения пожара Антон Александрович вошел в охваченную огнем квартиру, где обнаружил жильцов без сознания, и отдал свою кислородную маску, вынеся их на улицу. Пожар произошел в октябре 2019 года в многоэтажке на улице Калинина, расположенной вблизи базы химспаса. Тогда спасатели за считанные минуты оказались на месте ЧП, еще до приезда пожарных, и эвакуировали людей из опасной зоны. Когда мы зашли в квартиру, мы уже обнаружили женщину и мужчину в горящей квартире. Вот. Мы их быстро начали эвакуировать, надели на них спасательные капюшоны специальные. Вот. Это была именно горящая квартира. Рядом была квартира, в которой она не горела, но в ней были заблокированы семья. Также мы с помощью этих масок мы их эвакуировали оттуда. И дальше уже прибыли первые звенья пожарных и начали совместную работу. Спасатель Антон Долгопятов работает бок о бок с пожарными, полицейскими и сотрудниками скорой помощи. Несет службу химчанин уже без малого 13 лет.